Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Надей празднуем... Угадайте, что? Здравствуйте! Мы празднуем годовщину онлайн. Ровно год назад, 30 марта, мы провели первый обучающий эфир. И 4-5 апреля уже открылся сертификационный семинар по нейроэнергетической кинезиологии. Но для того, чтобы он произошел, сначала мы с Надей провели целый ряд подготовительных программ. Поэтому можно считать днем рождения эфиров. Это 30-31 марта. И, казалось бы, прошел всего лишь год. Но мы настолько феноменально расширили географию практически в каждом уголке России. У нас есть друзья. Друзья, получите нам обязательно, мы вас видим. И мы провели колоссальное количество и безопасных мастер-классов, и бюджетных. И также у большого количества населения появилась возможность обучаться профессиональной кинезиологии. И это некая революция, поскольку до того считалось, что кинезиологию нужно обучать только очно. Но, тем не менее, есть ребята, которые познакомились с кинезиологией впервые в эфире ровно год назад. И они уже сдали экзамены на базовый уровень кинезиолога практика МК. И это феноменальное достижение, но оно случилось благодаря тому, что онлайн проще и удобнее проходить интенсивные курсы и потом обязательно выявлять на практике, и также мы делаем интенсивные программы. И все это состоялось, да, по причине карантина, по причине ковида, и нет никакого добра, и все это состоялось благодаря нашей компьютерной грамотности. Сейчас я в состоянии сама открывать эфир, но когда-то она рулила этим процессом. Потом мы сталкивались, да, со сложностями, и люди, которые к нам приходили, не все знали, как пользоваться онлайн, но в итоге у всех все получалось, и все хорошо, мы и нас слушали на разных концах России, и не только, и СНГ. Сейчас у нас состояние глубокого удовлетворения. Ура, товарищи! Ждем на лучшее.